с вами веб-шоу «Поговорим о...» И сегодня мы с вами поговорим о... Народ, на повестке дня такая новость. Дарт Вейдер баллотируется в Госдуму Украины. Ну как вы, украинцы, как вы, ЦИК, можете отказывать ему, Дарту Вейдеру, в баллотировании в президенты? Ведь это же будет круто! Вот, допустим, возьмем такую ситуацию. Да, круто. А если мы будем ходить с мечами? Это же хорошо! Да, и теперь с вами буду я, Тикс. Новый Тикс. В Лондоне какой-то мужик разбил Lamborghini Aventador. Вы просто представьте себе, как можно было разбить эту машинку. Я понимаю, если бы он жил в Шимкенте, это можно было, в принципе, подарить ее каждому лежачему полицейскому по частям. Это целых 2 миллиона 800 тысяч. Большая сумма. Он такой ехал себе спокойно, и тут какой-то гад со второстепенной дороги в него врезается так, и он врезается в следующую машину, и выходит и плачет. Ну как так можно было, а? Ну 3 ляма баксов на ветер выкинул, люди, ну ё-моё! Глаз! А вы представляете себе, да? Мадонна! Сама Мадонна! Она не бреет свои подмышки. И все говорят, что это плохо. А она сама говорит, ну что мне эти подмышки? Ну и фиг с ними. Ну волосы, это нормально. Многие женщины в свое время были такими большими звездами. И у них у всех были небритые подмышки. В этом ничего такого нету. Все будет нормально. Всем спасибо за просмотр. С вами был Дмитрий. Сергей. В эфире было веб-шоу «Поговорим о...». Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, вот тут кнопочка есть. Репостите. И не забывайте оставлять свои темы в комментариях. Мы их обязательно обсудим. По-любому. Всем пока. Удачи.